совсем недавно Иван и не думал заниматься вокалом. Совершенно случайно попал на прослушивание и уже через полгода выступал на конкурсах. Начал заниматься вокалом совершенно случайно, в 5 лет. Мы просто с мамой проходили мимо местного дома культуры и от друга узнали о прослушивании в вокальной студии. До этого момента я вообще не пела и даже не пытался. Сейчас за плечами у Вани внушительный список вокальных заслуг. В Доме культуры Назарьева на конкурсе «Серебряный олень» уже выступает и младший брат. Мастерство участников заметно возросло, говорят организаторы. Те рекомендации, которые давались нашим участникам в прошлом году, абсолютно учтены. И в этом году конкурсанты показывают уже лучший, более высокий результат. И это отмечают наши члены жюри. Соло, дуэты, трио, ансамбли. Возраст участников номинации эстрадного вокала от 5 до 35 лет. Ноу-хау конкурса – живое общение с членами жюри. Каждый педагог смог индивидуально задать вопросы и выслушать рекомендации по конкурсному номеру от профессионалов. В наше время сейчас нам нужны универсальные артисты. Не только вокал мы оцениваем, обязательно готовьте артистов с хореографией, с вокальной подготовкой, с сценическим мастерством. Речь должна быть, текст должен быть. Композитор Григорий Гладков, постоянный член жюри, высоко оценил организацию конкурса и уровень участников. Труд огромный и педагогов, и родителей. И когда видишь, какие у нас талантливые дети, знаете, радостно жить, потому что они сменят нас в будущем. Итоги конкурса озвучат на большом гала-концерте, который состоится в конце апреля. Полина Бахова, Николай Бирюков, телекомпания «Одинцова».